Британский дайвер, пострадавший при погружении в озеро в Кабардино-Балкарии, идет на поправку, лежит себе в сочинской барокамере, играет в карты, учит русский язык. Евгения Воскобойникова подробнее всматривалась в эту фантасмагорическую довольно картину, Женя. Да, спасибо, Маша. Действительно, врачи видят положительную динамику в состоянии Мартина Робсона. Я напомню, что дайвер 19 января погрузился на рекордные для России 209 метров в Голубом озере, которое расположено в горах Кабардино-Балкарии. Погружение продолжалось более 9 часов, и через какое-то время, уже после выхода на сушу, Робсону стало плохо. С симптомами декомпрессионной болезни и параличом нижних конечностей на самолете МЧС с барокамеры на борту его доставили в Сочи. Там дайвер поместили в стационарную барокамеру. С тех пор Робсон находится под повышенным давлением и под постоянным наблюдением врачей. Эта методика разработана Институтом медико-биологических проблем Российской академии наук. Состояние пациента значительно улучшилось, только говорить о результатах лечения пока рано. В пресс-службе МЧС по Южному округу нам рассказали о самочувствии британского дайвера. На данный момент Мартин Робсон уже третьи сутки находится в барокамере Южного регионального поисково-спасательного отряда. Также на данный момент осуществляется медикаментозная терапия, назначенная водолазными врачами, которые проводят лечение в барокамере, а также предложена консультантами сочинских больниц. Стоит также отметить, что поднялся моральный дух пострадавшего и настроение его улучшилось, что также немаловажно при проведении лечения. Доктора намерены продержать британца в барокамере еще как минимум 4 дня. Друзья Мартина, российские дайверы, пишут в блогах, что он уже передвигается по барокамере самостоятельно, начал учить русский язык, читает книги и даже играет с врачами в карты прямо в барокамере и уже проиграл все вплоть до носков. Вот москвичу Андрею Родиону не так повезло, как Робсону. Родионов должен был с видеокамерой сопровождать британца во время погружения, но 13 января он погиб при погружении, у Родионова отказало оборудование. Маша? Моя коллега Евгения Воскобойникова, спасибо.